Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать и показать продукты в одном видео. Это продукты о декоративной косметике, которые я приобрела за последнее время, и продукты об уходовой. Наверное, начну с такого небольшого видео. Это об уходовой косметике. Значит, потому что ее как бы не очень много, и это будет такое небольшое видео. Значит, первое, что я приобрела, это, наверное, начнем с волос. Для волос я приобрела вот такую вот All in Professional, это маска. Вот такая вот маска. Извиняюсь за освещение, если оно так немножко подводит. Все же зима, уже темно. Вот. Маска для глубокого увлажнения волос. Значит, эту маску я уже пробовала. Так, секунду. Эту маску я уже пробовала. Маска очень вообще классная. Маска профессиональная. Специально создана для... чтобы использовать ее в салонах. Эксклюзивно она в салонах. Я, значит, покупаю в профессиональном магазине для ухода за волосами. Там я покупала, значит, себе вот тот вот увлажняющий крем тоже. То есть это все там вот вместе. Ссылочку вот по этой маске, где их можно вообще вот... Я не знаю, там вроде заказывать можно их или нет, вроде бы можно эти продукты, профессиональную косметику. Я оставлю под этим видео, вот на этот сайт. Посмотрите, вот присмотритесь, правда, очень классная штука. Вот тут вот такой дозатор. Волосы, значит, я пробовала ее один раз. Пользовать ее надо 2-3 раза в неделю. Оставляйте на 5-10 минут после мытья на влажные волосы. Маска офигительная, конечно, извиняюсь за выражение, но маска очень классная. А на самом деле, единственное, что она делает, это да, она... Как заявлено, что она увлажняет глубоко волосы. Это она только и делает. Увлажняет глубоко волосы. Вот. Ну, они становятся такие шелковистые, естественно. Гладкие волосы, хорошие. Мне очень понравилось. Стоила она где-то, я купила, $25. Где-то так она. Вот, присмотритесь. Ссылка будет под этим видео. Дальше следующий продукт. Это для волос. Так, для волос. Вот такой вот. То есть я вам показывала увлажняющий тот крем. Я сходила, купила еще вот такой вот, значит, кофейный крем с высокой энергетической способностью. Восстанавливает волосы, питает их изнутри. Подходит для поврежденных волос. Наносится по всей длине волос. Оставляется на 3-5 минут после мытья, как говорится. Это все делается. Ополаскиваете. Волосы классные, шелковистые. Вот такая в форме сметаны. Видео об уходе за волосами я показывала вам такую же, только молочный. Я говорила о том, что я хочу приобрести шоколадный крем. Вот это идет шоколадный для окрашенных волос. И так как я в том от того просто крема увлажняющего, просто вообще в восторге. Сейчас вот у меня опять волосы этим кремом. Посмотрите, как бы они у меня этим кремом вымыты. И вот эффект как бы мне очень сильно нравится. Поэтому рекомендую еще раз. Искала в интернете, не могу найти. И, повторюсь, опять же, итальянская фирма. Представитель в России эксклюзивный. Очень классная штучка. Не знаю, искала по интернету, нигде не могу найти. Где же эту продукцию вообще продают. Также это считается профессиональным. Дальше. Для волос. Так. Для волос это вроде бы все. Дальше для тела я приобрела ну, такое вот мыло натуральных спа процедуры называется. Из натуральных там каких-то этих сделано. Не знаю, запах мне понравился уже не очень, когда намыливаешь. Запах не такой, как он. Не такой, как он здесь. Извините за крики. Дальше для тела. Для тела там же, значит, профессиональная косметика El Cosmetics, ручная работа, косметика ручной работы отдел. Там у них, значит, продается сахарный скраб, вот такой вот я приобрела, кофе, вот такой внутри. Девочки, запах просто офигительный, запах это что-то, это мега чумовое. Я прямо вообще, запах распространяется по всей квартире, когда им моешься. Сделано из натуральных компонентов: тростниковый сахар, масло ши, масло какао, пальмовое масло, кокосовое масло, экстракт кофе, масло макадамии, парфюмерная композиция, какао-порошок, кофе молотый. То есть все-все натуральное. Очень-очень классно скрабирует тело. Оно становится такое мягкое, оно становится до того
шелковистая, что не требуется крема нанесения после ванны, после этого скраба. То есть крем для тела не требуется. То есть вот такой вот классный скраб. Они там есть разные. Я выбрала из кофе, потому что аромат просто обалденный. И вот эти частички, они очень классно скрабируют. Дальше для лица я приобрела так, ну вот такая маска, второй раз беру, советую, хочу просто немного, не буду на ней задерживаться, хочу просто вам ее посоветовать. Римская маска с морскими водорослями и с солью с морской. Вот такая Белита, белорусская, очень классная, стоит она 95 рублей. Дальше Гарниер, так как у меня тот закончился, чистая кожа, скраб против черных извините, все упало. Я просто запуталась. Я просто не могу без этого скраба. Это должен у меня быть в ванне, он обязательно у меня должен стоять. Потому что лицо тщательно, просто на отлично. По пятибалльной шкале на десятку. Просто отлично. Дальше следующее. Это вот такая вот в белорусском отделе я покупала. Белорусская косметика для ухода за кожей. Гель-маска огуречная. Вот такая вот. Очень-очень классная. Так она легко наносится, она как гель прозрачный. Еще плюс большой, что ее не видно на лице. Сейчас попробую выдавить. Вот видите, она какая. Вот. Она очень-очень классная. Ее наносишь таким средним слоем на лицо, держишь ее 15-20 минут. Вот девочки меня спрашивали, что у меня вроде бы изменилось как-то где-то лицо, как будто стало более ухоженней. Да, может быть, это смешно звучит, но вот именно от этой маски и вот от этой маски, которую я еще одну приобрела, тоже там же, это белорусская лифт, а лифт маска подтягивающая с лифтингом. Вот, она очень классно подтягивает кожу на самом деле. Мне это очень нравится, потому что для моей кожи это требуется. И она подходит для всех типов кожи. Также, так, ее наносится 2 раза в неделю. Держите вот эту маску 20-30 минут, эту 15-20 минут, огуречная. В общем, состав, не сказала бы, что такой супер какой-то он плохой. Нормальный состав, очень классно. После этой она даже как-то как поры мне очищает. С экстрактом оливкового масла. Очень вот классная. Кто имеет возможность купить вот эти маски для комбинированной кожи, я просто их очень сильно рекомендую. Они очищают, увлажняют, потом просто улучшает цвет лица, сохраняет вот на самом деле вот эту естественную влагу. Лицо вот после вот этой маски огуречной, оно, знаете, как вот такое, как очищенное, такое, как, не знаю, как цвет лица с розовинкой, даже светлее такой, знаешь, не земельного цвета, а такое очень-очень-очень красивое лицо, нежное, и прямо аж прикасаться хочется к нему, что оно такое мягкое-мягкое становится. Очень классное. Хотела еще купить, пошла, но там уже таких не было масок. Здесь депантенол великолепно питает, увлажняет кожу, способствует улучшению структуры. Обязательно приобретите. А так, и насчет этой оливковой маски. Так, значит, что здесь? Зеленая и белая глина содержится, подтягивающая основа. Вообще классная вещь, в общем. Очень классная. Хватит на ее на, тоже надолго прилично, потому что я пользуюсь такой маской всего раз в неделю и вполне. То есть, вы заметили, да, все продукты, которые я показываю, я обо всех уже что-то говорю. То есть, я их уже всех попробовала, просто времени видео не было снять. Дальше. Масла купила, вот такие вот. Так, сейчас как правильно, вот. Абрикосовая, персиковая в аптеке. Значит, персиковая, а я его использовала для лица в масках. И для просто вместо крема наношу. Это я сделала отдельное видео, как я это все использую. Масла натуральные вместо кремов для лица. И абрикосовое масло я использовала для корней волос. То есть я их также втираю, хожу. Ну, я на ночь оставляла волосы, можно на полчаса. Вот, на ночь очень полезно делать также волосы шелковистыми, как и миндальное масло. Я его показывала в уходе за волосами. Все это продается в аптеке. Так, дальше. И еще для лица. Значит, был у меня заказ Avon. Был заказ Avon. И вот такие вот две масочки купила я у них. Очищающая маска для лица цветы Таиланда. Многие видели, уже знают эти маски.
И маска с, как там она, с Мертвым морем-то это. Маска. Ну, очищающая, да, тонизирующая, с грязями Мертвого моря. Сокровище Мертвого моря называется. Планет Спа. Вот эту маску я еще не пробовала. То есть это, которая у нас идет, цветы Таиланда. А вот эту я пробовала еще лет, наверное, 6 назад, когда только первый раз заказывала Avon. Сейчас я заказываю второй раз в своей жизни Avon. И хочу сказать, что я была в этом продукте уверена. Планет Спа маски. Я знаю, что она мне шикарно очищает мою комбинированную кожу. Т-зона у меня жирная. Она прекрасно очищает точки, выводит черные. То есть, как бы даже матирует мою кожу. Поэтому я заказала и буду пользоваться. И такой маски у меня хватило тогда, я помню. Хватило у меня чуть ли не на полгода, наверное. Даже если, месяцев 7 примерно вот так вот этой маской я пользовалась. Очень классная штука. Советую, закажите. Знаю, что все девочки на Ютубе эту маску советуют. Вот. Так, ну я вот смотрю, вроде бы из уходовой это косметики все. Всем, кому было полезно это видео, я буду очень рада. Подписывайтесь, пишите свои комментарии, оставляйте отзывы. Всем пока, большое спасибо за просмотр.